Всем привет! Сегодня у меня очередная распаковка товаров, и сегодняшняя посылочка мне пришла с группы «Совместные покупки для маловаров. Пузырики». Это группа ВКонтакте, ссылочку на группу я вам оставлю в описании под этим видео. На данный момент мне стало немножко проще заказывать товары с России, а не с Украины, и я понемножку знакомлюсь с новыми сайтами, которые мне ранее были неизвестны. Заказала я вот такие подложки, они довольно большие, золотые, плотный картон, пакетики с дном, тут 100 штучек, под новогодние мыльца, одиночные, буду их использовать. Также заказала немного вот таких огромных пакетов, это пакеты под букеты, такие большие, даже не помещаются все в камеру. Также на пробу взяла коробочку под букеты, очень-очень плотный картон, прям с трудом он у меня складывается, но я так его просто, чтобы посмотрели вы размер, довольно большая такая коробка объемная и очень плотный картон. Также коробочки новогодние, взяла несколько штук на пробу с окошком, они маленькие, но под два мыльца в принципе хорошо подойдут, так точно. Складываются сами, без клея. Обычно я делаю коробочки сама, но попробовать покупные тоже вот захотелось. Еще две коробочки под букеты, такие трапеции. Также точно очень-очень плотный картон. Все складывается и получается у нас такие вот подбукетники. Пришли еще коробочки крафт с прозрачными крышками. Вот эти маленькие, ну также точно под два мыла они подойдут. Здесь прозрачные крышечки на них получается и картон. Складывать не буду, на камеру не очень удобно, и вас задерживать не буду. И такие же, только огромные коробки с очень плотного картона, я прям их еле согнула, что очень-очень радует. И вот здесь поплотнее даже сама крышка. Я уже одну коробочку собрала, чтобы вы посмотрели размер, сюда и даже 4 мыльца поместится. Также взяла на пробу один вот такой конвертик кашпо, не очень он большой, наверное, есть размером побольше, но попробовать хочу собрать букет в конверте, ни разу не собирала. И вот такие вот маленькие бутылочки, это пластик с пластиковой крышкой на 50 миллилитров. Также купола с золотой крышечкой. В прошлом году у меня прям хорошо купола раскупили со свинками. И зелень. Вот такая вот елка, большая, высокая, очень мягенькая. То есть такая зелень мыло не поцарапает. И вот каждая веточка разбирается. И на шпажку очень легко будет ее одеть. Сколько здесь таких веточек, я не знаю, но довольно много. Большая пушистая елочка, на много супниц хватит собрать. Потихоньку готовлюсь и к Новому году, к новогодним наборам. Также вот такая зелень, оранжевая и фиолетовая. Вот такой просто огромный куст, шикарный фиолетовый. Посмотрите, как очень-очень много веток. И вот такой желтенький кустик. Тоже довольно-таки пушистый, пышный. Вот такая зелень, название уже не помню. А вот эта зелень вообще шикарная. Нравится именно сам цвет. И вообще мне нравится больше, когда зелень немного с напылением. Такой самшит фиолетовый. Тоже довольно объемная такая зелень, мягкий пластмасс. Сейчас у меня вовсю идут заказы ко дню учителя, дню воспитателя, и зелень уходит просто мешками. Вот такая фиолетовая зелень, она без листиков, ну как вставочки, цветочки, прям то, что вот мне надо в задумке. Есть идеи. И вот такая еще зелень фиолетовая уже с листиками. Немножко-немножко она осыпается, ну прям вот совсем две крупинки всего лишь упала. А так очень много у нее именно листьев и зелень. И вот такая зелень со съемными ягодками. Также заказала две новогодние формочки мороженое, снеговичок и мышка. Залью их в следующем видео. И немножко отдушек, шампанское, клубника, черный галстук, шикарный запах, такой свежий, цитрусовый, плюмерия. Сок арбуза, ну прям есть сок арбуза. Морковный пирог, более ванильный такой запах. Нарциссит, тоже очень интересный запах. И также пигментные пасты. Я взяла красную, голубую и зеленую. Вот эти цвета, которые на Новый год самые ходовые. Также взяла неоновые пигменты и пигмент сакура. Очень похож на спелую вишню, но, наверное, немного светлее. Также неоновый пигмент сладкая ириска. И еще один неоновый пигмент и южный закат.
У меня такой пигмент уже был, довольно интересный цвет. На этом на сегодня мое богатство закончилось. Буду прощаться. Ссылочку на группу я вам оставлю в описании под этим видео. Кому интересно, под чашечку кофе перейдите, посмотрите. Я такое дело очень люблю, хотя это очень опасно. Нам всегда все надо. Хомяк не дремлет. Всем пока!